Аж опидарел чуть-чуть. Осуждаю! Уже буду! Я думаю, такого момента реально все ждали. Я сам лично очень ждал этого, того, что сейчас произойдет на сцене вот данной коллабы. Я очень сильно ждал. Погнали! Let's go! Лучшая площадка для продажи и покупки игровых аккаунтов. Хочешь приобрести CSGO с праймом за 90 рублей или PUBG за 100? Регистрируйся на сайте, пополняй баланс и покупай. А может, ты хочешь продать свой аккаунт? Все товары проверяются ботом. Мы даем вам гарантию на наш ассортимент. Тут продаются тысячи аккаунтов ежедневно. Попробуй и ты. Как мероприятие, кайф? Да, это шикарно вообще. Не то, что кайф. Салют, босс! Салют, босс! Как ты, как ты? Стримчанский заборщик. Ну да, я так поснял. Давай саламу, саламу кину. Стримчанский, саламу кидаю вам. Я просто тебя особо нет, я знал, что ты не любишь стримы всякие. Не-не, так... стримы, вот этот я люблю. От души. Арни плюс репчик. Горячо, брат, на улице? Я напился эликсира. Я хочу тоже. Мне хорошо. А я тоже хочу, сделаешь, я не умею. Просто... А да, сделаю. Попросишь меня? Вот этот зверь идет, смотрите. Реально. Дайте шума, Гриша, всем шума! Ну вот он, братик. Жос. Сейчас, секунду, брат. Спасибо, брат, не ожидал за такую поддержку. Чего вы? Не ожидал за такую поддержку, спасибо большое. Чисто. Че, бумаги туалетной не было, что ли? Ребят, сделайте клип из этого на ютубе, чтобы я увидел завтра. У меня весь ютуб в вашей... Нет, я захожу на YouTube, Еля Плак распаковывает покупки. Еля Плак про знакомство с ребятами. Дил блин с ПГ. Да уж. Мы обсуждаем, что все великаны. Осуждаю великанов. Вы можете быть поменьше, ребята, все на планете? Чуть-чуть подрезать ноги. Еще раз нужно осудить, братик. А? Еще раз осудить нужно. Осуждаю. Да. Сколько можно? Но если честно, какие-то вещи, ну, я одобряю. Например, здоровый образ жизни. И тот, кто матерится, тот вообще дурак, блин. Сквернословит. Не дай бог, человек пьет, курит, и еще не дай бог матерится, так это вообще пиздец, как опец, блин. Вообще капец, блин. Давай еще выше. Вообще, блин, как так можно?
Можно пару слов откровенности? Пару слов откровенности. Я был на Витфесте самым первым в 2014 году. Соболезную. Да, на самом деле, но спасибо, брат, респект. Как-то просто не случалось сказать. Спасибо большое за то, что ты дал почувствовать меня и себя старым. Он такой кулачок дал, ты не дал кулачок. А, да, давай еще раз. Спасибо, я взял. Я просто тупой, не выкупаю. Нет, я думал, просто... мне кулак показывает, мы же не играем в камень, ножницы, бумага, что-то рад, блин. Бывает, бывает, бывает. Привет. Я Таня, если что. Ну сейчас все такие, ой, лиса, смотрите. Да. Чекай, кто все знает. Уже пишут, да, лиса. Да врешь, ну покажи. Да, все пишут уже лиса. Джи Алиса все пишут. Джи Алиса. О, лиса пишут, еба. Нет. Реально лиса пишут, видишь? Смотри, смотри, на меня наведи, все пишут. А, ой, нельзя такое говорить. Я профессиональный игрок в футбол. А, ты же в Голд, да? А, я вратарь кому угодно могу дать. Это просто расфорсили или ты реально будешь? Он вратарь. Ребят, принимать участие. Скажи ребят, это на камеру. Я всем все то, сказал. Что ты мне сказал. Да, мне нужны деньги. Дайте мне деньги, я буду играть даже в баскетбол. И да, я хочу быть наедине с подписчиками. Правда, не с моими. За деньги хоть баскетбол вообще. Сделай кольцо, блядь. Смотри на он сейчас сам запрыгнет, блядь. Давай. Ну, подожди, сделай. Я ловитель дара, я знаю, что он... Смотрите, читаю. Читаю. Как же прочитано это... Ну все, было 4 тысячи, мы пришли уже 6-7. Нет, было 7. Было 7 тысяч. Было 7 тысяч. Онлайн упал. Это не из-за меня, честно. Кольцо не очень выдалось. Зайдара поднялся. Какое кольцо? Что, ты их предлагаешь на жениться? Нет. Все слышали? Он говорит, кольцо он... Граф. Какой? Просто выйти один на один на кольцо с вами. В баскетболе. Ой. Не налезло немножко. Давай на мизинец. Что, контент? Ребята, приходите на нашу свадьбу. Все ждем. Мы оттуда будем стримить? Все, на свадьбе отдашь потом. Мы будем стримить оттуда. Откуда? Со свадьбы? Конечно. Айда, сфоткаемся бывшими чипсоедами. Да, давай. Мы всегда останемся ими. Неважно, кто где. Звезды шоу-бизнес. Я тебе не нравлюсь, да? Не люблю кореглазы. Саля. О! Ну, получше. Ты чё? Влад, не обижайся. Нормально, он не обиделся. А, давай, малышка. Это Дилара. Ну идите, что боитесь? Боитесь. Рина, все просят к тебе опять. Все просят к тебе. Давай. Ребяточки, прием дети. А это кому был адресован? Как дела? Нет, я хочу узнать, как дела вам, ребята. Ага. Я украла вас, короче. Пошла дальше. А куда дальше? Пленка, я знаю. Хорошо у вас здесь, я вижу. Это супер. А я ищу воды. Я хочу воды, но тут нет воды, ребят. Прикиньте. Вот что осталось. Больше просто водички. Так, нужно на базу вас возвращать. Иди сюда. Хозяином. А как же так? Они к вам не хотят обратно, они теперь мои где-то. Я думаю, с чьим стримом ты ходишь, я думаю, что это наш стрим. Да. Что, завести мне тоже можно? Что? Что думаешь, стримить или начать? А, надо. Ладно. Начинай стримить. Поможем тебе. Рейдики от чипсоеда там. Там РЛ. Я вас заблюзала, поцеловала. Пока. Держите.
Все, едем бухать. Новая распальцовка, когда супер классно флекс. Зачем ты мне руку ломаешь? Мы захватили стрим. Vibe Killers на месте. Чекайте мою шапку. Сейчас будут запретки, если что. Не надо, пацаны. Не, мы просто сейчас вайп убивать будем. Как вам моя шапка, чатик? По 10-бальной шкале оценка шапки стали в чате. Это другой уже стрим? Да, тут только молчат, в него не надо говорить ничего. Тот молчит. И как пацаны считаете, Тим все-таки стример или рэпак? Я считаю, что он больше стример. Не говори, не говори. Он отвечает? Не отвечает на такое? Мне кажется, чату очевидно, что Пинк изначально музыкант, а уже потом все остальное. Плюс, если согласен. Он же стример, зачем он наоборот? Не. Его аудитории не было, потом музыку начали. Не в этом прикол, на вписку же подписали, видели, да? Больше в этом. Вы не знаете, чья это идея была? Я знаю. Это не они решили, если что. Мне кажется, Youngway стримить перестал, потому что у него реально минус вайп на каждом стриме. Ваня, когда он появляется? Не знаю, не, просто типа... Я заходил на пару трансляций. Он сидит типа, фиолетовых сердец в чат, а потом такой... Идите на... Конец стрима. Бог тейпу, это на самом деле, я не знаю, я ссусь жестко, типа, я со стримом даже не буду. Бог тейпу, нет, не трогай, я сам. Давай бог тейпу, я сейчас тебя прям беру стрим и веду тебя к тейпу, брат. Я 100% сам это хочу сделать. Первый раз хочу, а второй, где я что-то нахуй не шел. Я угораю же. Я нет. Чувак, я же... Типа, знаешь, самый старый фэнчик такой. Я вот просто вот так смотрел. Просто взглядом поговорим на него. Окей. Пейтс, пейтс, хардвор, тейсис, кокси, титан, фейерлис, кинулась, токси, сложилась, тейсис. Бум! Нет, это как ее бэк? Это она же бэк зе рула? Бэк зе рула. Бэк зе рула, да. Можно секунду? Я ей уже показывал Бэк зе рула, она не знает, кто это, она из Booking Machine с Оксимироном, типа, это двигается. Яник Сугол. А давай еще пройдем, может кого-нибудь интересного встретим. Привет. Бро, там моя Катюша. Это чувак, который бич сел. Это чувак, который бич сел. Спасибо большое за трек бич. Ну все, меня правда там не указали нигде, блядь. Ах, слава богу, блядь, слава богу! Why Z Music? Лучший лейбл, он не укажет вас нигде, блядь, если вы сводили трек, писали бит. И если вы артист, это вас не записывают. Это реально, это легенда. Бать, как тебе повезло, что меня отметили. Я тоже так думаю, блядь. Погнали. Драго, ты не видел тейпа? Не, кстати, может он уехал уже. А ты что нахуй его? Не, он не уехал вроде. Он ушел, наверное, уже? Нет, Даня Гуськов тут. Сими не хочешь к Майоту вот? Они общаются же, я хочу... Говорю, что стоят, бро. Стоят, смотри, легенды. Легенды стоят, общаются. Просто легенды. Есть такая хуйня. Вот девушка Тейпа тут, Тейп тоже тут. Представитель чипсоедов. Этот главный представитель чипсоедов. У нас сегодня было все как в лучших домах Парижа и Лондона. Все очень хорошо. Проведено все... Умеренно, умеренно, я считаю. О, главный представитель чипсоед рэпа в России. А, реально? Один из. Да, да, конечно. Посмотрите, все аспекты. Ашка имеется. И это слушаешь? Да. Все имеется. Чипсы любишь? Да. Все. Вот чипсоед родился. Это мой чипс. Даник. Слышишь, тебе в чатике Буэнос-Айрес и тоже на проекте. Ребятки. Ребятки, спасибо вам вообще, кто там был, видел. Очень большой день для меня, реально. Дальше больше. Увидимся. Тейповского нету. А к Яниксу хотите? Просто очень стрёмно как будто подойти. Йоу, извини, пожалуйста, отвлеку. Тут просто прямой эфир веду и все пишут, что хотят к тебе подойти. Окей, окей, сори.
Но, как я и сказал, разговаривает, ничего страшного. Что-то всякая хуйня бывает. То, что Гриша руку не пожал, второй раз уже не увидел. Но зачем я тяну, когда он отворачивается? Я что, идиот? Ладно, погнали отсюда.